Прием-прием, здорово всем, с вами Хилхёртс, Graveyard Gunslinger. Написали на почту, сказали, йоу, братан, короче, 6000 людей уже в желаемое добавили. Я, короче, немножко обновил игру, и мы теперь можем поиграть. Давайте посмотрим, насколько интереснее это все стало. Так, циркуляция пуль на этот мужчина, е. Нужно долларов, у нас чуть не хватает. Ну давайте еще разок, что это такое? Без понятия, честно сказать. У нас есть вот это, но это все за деньги, понимаете, ладно. Будем тогда деньги пытаться поймать. Деньги, деньги. Зафармить, зафармить. Нужны бабусики, бабулюсики нужны. Так, я, к сожалению, если честно, забыл, что тут делать. Так, и как? Я? Он автоматически делает, да? Так, я... По-моему, он всего три может нести. Угу. Там что-то, возможно, пиликнуло, вы, возможно, слышали. Прошу меня простить. А не помню, он автоматически стреляет или нет. Давайте я сейчас одну штучку выключу, которая тут пиликает. Вот так, прошу прощения. Опа, нифига себе. Старый, ты столько дерева унесешь? Раньше прям я точно помню, что можно было только по три носить. Но сейчас, видимо, увеличили. Окей. У нас инвентарь есть. Я не помню, сейчас крафтить или потом крафтить. Сейчас будем разбираться потихоньку, помаленьку, пытаться вспомнить. Потому что было давно. Было неправда. Ну и давайте еще попробуем древесины залутать чуть-чуть. Ощущение, что, на мой скромный взгляд, произошел небольшой downgrade графики. Слушай, а как же? Автоцели, что ли? Ну, короче, стреляю я тупо сам, а целится он автоматически. Так, что-то мне не нравится. Эти работяги меня душат. Слишком быстрая игра. Слишком быстрая. Слишком быстрый гейплей. Я к такому не готов. Слушайте, а в целом-то балдежный, прикольный проект. Может быть, я в него немножко поиграю, если мне сейчас хотя бы чуть-чуть зайдет. Так, собираем все. Немножко монетоков нам дали. Так, давай, наверное, купим. Как-то здесь я не помню. Давай смотреть. Персонаж. Быстрые ноги. Быстрые ноги тумаков не боятся. Это вот это, да? Там лимит переносит. Это тут надо брать. Как на кнопку Е. А и все, да? И макс здоровья можно взять. Почему нет? Возьму все, что есть. А потом уже будем наши пушки улучшать по возможности. Опа, лутаем. Это что, доллары? Балдеж. Сколько тысяч миллионов? 256? Это золото. Ну ладно. Давай рубим, рубаем, добудаем, так сказать. Почему я так медленно рубить стал? Что-то определенно произошло с нашим персонажем. Почему он стал очень медленно все это делать? Сюда, деревяшки. Теперь мы будем еще более быстро все это делать. Балдеж. Давай, наверное, на дереве сфокусируемся сегодня. Блин, как же время быстро летит, а мама родная. Прям как в жизни. Не иначе. И вот пока дерево упадет, пока это все произойдет, полчаса пройдет. Объективности ради. Так, давай лутаем. Разбиваем каменюку. Ну, конечно же, я прокачался очень неэффективно. Ладно. И даже с двух пуль не убиваются, офигеть. Нужен урон и взрывные, разрывательные пули, ядовитые, морозные, знаменитые. Невероятные. Так, тихо, полегче, ребята, пожалуйста. Что-то вы со всех сторон на меня нападать стали. Обойму надо увеличить тоже по возможности. Уже депса жестко не хватает. Может быть, критули увеличивать? Они от костра не горят. Жаль, было бы круто, если бы горели. Но 400 монет на нового персонажа, это ошалеть как долго. Это ошалеть как долго. Так, нам надо золото. Дерево у меня есть, у меня камня нифига нету. Я пока не вижу смысла увеличивать арену, потому что, ну какой в этом смысл, если мы Бибу, так сказать, пососем, правильно же? Лучше сначала загридить персонажа. Настолько, насколько это возможно. А, это все уже сделано, да? Подожди, неужели у меня камня нет? У меня вот еще одна есть. Месторождение камня. Ну, я в любом случае, наверное, весь лес сначала вырублю, по возможности. Хотя, наверное, надо как-то увеличивать нашу зону, так сказать, влияния. Иначе ради чего это все? Давай посмотрим, что мы можем улучшить. Так, давай посмотрим оружие. Рикошет пули. Рикошетит. Шанс не очень большой. Урон от пуляки, либо скорострельность. Я бы, честно сказать, взял и это,
И это, я, наверное, куплю только это. И палка динамита бросает. О, шуш, так это типа АОЕ. Давай возьмем. Не знаю, как это будет выглядеть, но посмотрим. Как это такая ограниченная версия? Я хочу нормальную мужицкую версию. Блин, не было камня. С камнем беда борода. А, сейчас ночь начнется. Сейчас мне попу будут разрывать. Да, прям сейчас? Да, ну конечно же. Ну конечно же. Так, как автоматически динамит взрывается? Давайте смотреть. Мне очень интересно. Так, денег мало падает. Это просто шок. Или их падает много, их надо собирать, наверное. Так, динамит, самое время повахнуть. Как же он неудачно прокнул. Ну ладно. Всяко лучше, чем ничего. Ой, зомби со всех сторон. Зомби не надо, зомби, хочу жить. Как же мансит этот молодой чемодан. Да, нужна скорострельность и урон. Не ошибка. И слушай, динамит прям нормально так зарулял. На все деньги. Так, мне нужны монеты. Нужны большие сундуки, в которых много золота. Потому что чем больше золота, тем лучше, сами понимаете. Вот, каменюки нам нужны сюда. Потому что остальное есть. Вот камней и сундуков нет, как вы можете понимать. Нам бы еще каменюки найти, было бы вообще идеально. Просто перфект. Ну в смысле? Алло, игра. Ну что за возня? Нормально цепляйся, нормально будет. Так, вот. Жалко, что нет сундуков. Чем больше сундуков, тем круче. Так, если бы он еще падал нормально, почему? Ну, короче, петушин он падает, сами видите. Так, время же паузиться, надеюсь, когда здесь. Так, пушки я не могу улучшить, к сожалению. Все дико дорого. Мысли, может, огонь не прокнул? Во. Лимит переносимых грузов, штраф за переносимых. Вот штраф можно убрать. Что, взрывы перезарядки можно сделать? Урон можно увеличить и урон. Но я бы, если честно, просто оружие улучшил. Может, просто урон увеличим? Хотя тут маленький прирост. Давай вот это улучшим. Не знаю, честно говоря, куда идти. Я тут могу пооткрывать много всего. Но сейчас будет анус разрыванус. Тупо шмаляем со всей силы. А как же он мансит за этой елкой? Это просто гений. Гений монса-романса. Хотя, знаете, перезарядку динамита тоже не ошибка. Хорошо. Как же он наносит тупо тигр? Тигр у воротов. Хорош. Что творит этот молодой удалец? Ставим динамита. Хорош, тупо убивака. А это выработанный камень. Вот не совсем понимаю, где выработанный камень, а где не выработанный камень. Как-то не совсем, что ли, интуитивно. Давай сюда. Такие штуки-дрюки-приколюхи. Я где-то я еще не дорубил камень, помните? Вот тут, по-моему, да? Или он обновился? Вот визуально, на мой взгляд, все выглядит так, будто бы обновилось. Сейчас будем разбираться. Очень бесит, но сейчас нормально. Сейчас амана зацепилась. Так, давай проверим. Я точно не могу этим еще раз пользоваться? Да, не могу. И этой штукой я тоже, наверное, не могу, да, вот так сказать? Ну да, только это открывать. Ладно, окей. О, ну вот, мистер Сундук. Мы давно с тобой не виделись. Я уже забыл, каково это. Сейчас бы успеть вырубить и открыть новую территорию. Мне кажется, было бы неплохо. До ночи бы успеть, что-то он рубит вообще не спеша. Дед, ну ты что не стараешься, а? Давай хотя бы какую-нибудь прогрессию сделаем. Что мы можем улучшить? Время перезарядки? На самом деле хорошая штука. Хотя бы чуть-чуть принести. Чуть-чуть, мальчик мой, чуть-чуть не донес. Все как всегда через жопу. На что я, собственно, рассчитывал?
Хорошо. Весьма эффективно сейчас было. Че, 5 ночей жить как-то надо выживать. Не знаю пока как. Пока что это не выглядит простым. Надо бы их триггернуть, чтобы он взорвался. Вот это был бы балдеж. Ой, хорош, ну тупо гений на Владосе. Чуть-чуть, конечно, поплатиться пришлось. Но весьма неплохо. Туда им, туда, Владос. Хорош, мой мальчик. Или шансы критов увеличивать. Так, это было вообще уже непросто. Уже ошаленно непросто, но куда деваться. Мало времени на развитие персонажа дают, объективности ради. Прям очень мало. Надо чуть-чуть тогда вырубить леса, наверное, что вблизи нас находится. Чтобы по возможности максимально загрейдиться. Я не знаю, сколько тут надо ночей жить, чтобы нормально так увеличить персонажа раскачать. Прям реально пока не знаю. Просто взял и половину. Вот не совсем объективно, честно, падает все. Сами видите. Падает через одно место, клипится, в геодате застревает и не может, скажем так, донестись до лагеря. Это меня немного бесит. Давай, наверное, больше деревьях сделаем, чтобы мансить было спокойно можно. Более удобно, более комфортно. Типа только дерево упало, тут же оно должно пропасть. Что вот примерно так. Чтобы не мешало Владосу делать вещи. Так, это можно рубить, я не помню. Давай, наверное, улучшим сейчас себя. Что я могу сделать? Просто бегать быстрее. 5-6. Что на взрыв есть? Например, на огонь. Ну, честно сказать, можно. Но что еще я смогу улучшить тогда таким образом? Перезарядочку. Вау, а вот это очень надо. 10 камней, слушай, я, наверное, это коплю. Вы что, это вообще имба. 2 шашки динамита, это вообще тупо развал кабин. Даже дробить не успел, собака сутулая. Неэффективно. Ой-ой, как неудачно это дядь вылез. Сейчас проблемки небольшие. Что там замансил? Честно говоря, был уверен, что урон нанесут. И денег не дают собаки сутулые. Так это какой-то новый мужчина? Да, это новый мужчина. Это уже не взрывоопасный. Просто какой-то петушок. Эй, что застрял, дядя, ты шо? Кнопку нечаянно другую нажал. Нанесу. Ты что за говно? Я просто получаю невероятное количество урона. Оу, щит, мэн, как жить-то? Непростая ночка у нас выдалась. Они не заканчиваются, что самое интересное. Тут, короче, либо в крафт уходить, либо в жесткий урон уходить. Но так или иначе, ты в любом случае будешь получать больше и наносить меньше урона. Сомнительно. Я даже не помню, что я рубил, если честно. По-моему, вот это да. Так, нам нужно много камней. Очень много камней. Ну вот опять из-за этой ссаной ветки я не смог ничего сломать. Ну, что за петушинство? Так, камень есть, сюда идет камень. Но нам, скорее всего, еще придется месторождение камня искать, чтобы 2 шашки динамита бросать. Чтобы было максимально приятно. Так, мы уже в теории нового персонажа можем открыть. Куда ты рубишь, дуралей? Тебе собрать все надо. Просто он за геодату ушел. Ну ладно. Я не буду осуждать. Разработчик, наверное, и так делает все, что может. Может, он, по всей видимости, не так, чтобы много. Ой, тяжело деду нести, тяжело. Ну ничего, ноги старые, но мощные, сильные, уверенные, сюда. Сейчас дед покажет, как надо переносы осуществлять. Так. Я хотел... Твою мать, я тупо дурачок. Ладно, давай что-нибудь пушку улучшим. Просто грейд урона. Пам-брам, наверное, скорость перезарядки еще. И все. Блин, копил хрен знает сколько. А ради мистера Андерсон чего? Тут ничего нет даже. Может, где-нибудь нам сундуки дадут?
А вот, собственно, и улучшение, которое я мог использовать. Ясно. Сейчас будет жопа. Будет вообще непросто. Но ничего, мы тоже с вами не пальцем деланы. Для больших мужиков, наверное, триггерить почаще. И, наверное, похилиться надо будет подумать, как. С другой стороны, чем больше зоны, тем приятнее, тем проще мансить визуально. Вообще видели, куда-то за офскрин ушел. Забавно. Так, гига мощный мужик вышел. А, и он просто бежит, то есть он не взрывается, когда этого. Ну, не делает всякие взрывы. Быстро он отъехал. А вот-вот. Очень мощный мужчина вышел наконец. Ой, хорошо, динамит вылетел. Почему одна шашка вылетела? Должно быть две. Если я не ошибаюсь. Ну, не сказать, что сильно просто, не сказать, что сильно сложно. Но так или иначе, дело сделано. Может что-то быть полезное? Менюка. Менюки нам нужны, в принципе. Блин, балдежная игра, на самом деле, залипательная, просто шок. Опять сейчас будет деду тяжело нести. Дед, давай, ноги мощные, надо качать, день ног не пропускать. Что в конце какой-нибудь мега-босс выбежит и вообще разорвет попу старому деду. Не хотелось бы. Но с другой стороны, куда деваться. Так, лутаем. Что-то мало камней выпало, кстати. Обычно больше. Можно еще древесины и загрейдить. А, я же не вкачал два динамита просто. Вот я дурачок, представляете? Начал гнать на динамит, а по факту сам его не использовал. Апгрейд на него. Как же долго это все лутается. Это просто шок. Я бы, честно говоря, еще область действия увеличил, если бы была возможность такая. Вот это хорошая хвойная лиственная древесина. Сейчас должно много деревяшек дать. Если, наверное, не успею, скорее всего, придется до следующей волны как-то выживать. Дед, живи! Ну ничего, и не таких побеждали. Ой, что-то прям жестко вообще со всех сторон. Душить начинают собаки. Они прям из-под земли, из-под ног лезут, ты просто подумай. Безумие какое-то. Динамит очень плохо полетел. Вот это хорошо. А может фишка в том, чтобы зону увеличивать как можно эффективнее? Не знаю. Нужно подумать. Вот это хорошо залетел туда динамит. Эффективно. Что-то я не понял, как-то. А, так подожди, я думал, по половине сердечка будут носить. Они еще пол сердечка снимают. Какие собаки злые. Это все или нет? Серьезно? Что-то как-то простовато, я бы сказал. Теперь далеко нести, конечно. Так, и теперь я могу сделать два взрыва сюда. Персонажа, чтобы хпшки нужно. Золотишко нужно. А золотишков-то нет. Я, наверное, может быть, пораскрываю карту, что-нибудь интересное понабираю. Посмотрим, что мне это даст. Имеет ли это смысл, типа, открывать как можно больше карту. Что это за место? Опс, мистер Сундук, давно не виделись. И везде меня ограничивают. О, мистер Сундук. Что у нас тут? Одобряю. А вообще нельзя открывать, ты подумай. То есть что-то можно открывать, что-то не можно. Непонятно. Это же более живучие деревья вроде как. Я, честно говоря, не уверен, что я что-то смогу загрейдить еще. Пытаться, конечно, можно. Может, каменюку где-нибудь будет. Ну вот, можно и камень будет взять, в принципе. А, так это финальная волна, по всей видимости. Ничего себе.
Тут много камня будет. Блин, дед. Шевели киркой быстрее, молодой. Или да, или нет. Наверное, даже ничего не донесу. Представляете, какая беда. Дед потому что вообще не торопился. Ну да, я не донесу. Неприятно. Ну ладно, у нас два динамитуса. Шансы есть. Бегать тоже есть куда. Остается только профессиональнейшим образом мансить. Да, поприятнее мансить, когда много места. Что и говорить. Нормальные такие гигавзрывы. Они прям знают, куда я пойду. Они прям предиктят мои движения. Ты подумай, собаки-то какие хитрые. Что творится? Он прям знает, знает, куда я пойду. Не дает мне туда пройти. Смотри, какой пес. Ой-ой, дядя, не надо. Я хочу жить. Как бы это не остановочное было. Блин, жестко. Ну, туда им прям два динамита. Ой, хорошо. Жалко, что он очень точечно это сделал. Неужели выживаем? А так... Так подожди, так все же? Я думал, все. А похоже, не все. Не понял тогда, в чем прикол. Я думал, мы уже закончили. А выглядит, что нет. Так, нам еще камней надо. Вот, собственно, и они. Ну, тут очень много камней выпадет, а мне столько не надо, в общем-то. Так, лутаем, пока не поздно. Побольше надо взять еще один. Получается, 4 здесь, 3 здесь, 7 штук несу вроде бы. Это будет нормально такое количество. Главное, чтобы ничего не отвалилось по пути. Как это обычно у нас бывает. Думаю, хпшку, чтобы пожить. И, допустим, урон от пуль. Ну и все. Лучше уже, наверное, не будет. Идем все открывать. Не знаю, зачем, конечно, это уже. Какой-то смысл имеет. Чисто, чтобы побольше зона была. Но мне это уже не поможет, в принципе. Что-то мне подсказывает. Тут уже либо пан, либо пропал. Да реально, слушай, зона гигантская. Шалеть какая гигантская. Ну, поехали. Ух ты, нифига себе, что это новое место какое-то. Его раньше не видывал. Что-то прям... Проблемки. Что-то жестко. Что-то как-то неудачно я побежал. Но уже поздно думать. О, это золотой парень сюда. Весьма динамично на самом деле. Со стороны может казаться не очень, но по факту чем... Оу, щит, как же это здорово играется. Блин, я думал, это взрывающийся, это не он. О, зря, зря, зря. Как бы тут не остаться. Чуть-чуть ошибку совершил. Капан или пропал? Блин, их вообще не кончаются. Как так-то? Очень плохо динамиты полетели, очень. Что, дед выжил?
Так в смысле, это не все, что ли? Все, вижелье, щущ. Желаем мыго. Мыго или не желаем мыго? Так, смотрите. До секунды. Я что-то не брал это, похоже. Завершите прохождение. Нужно теперь навык. Огненный шар, нифига себе. Но он дорогой, дед. Полный я себе. Слушайте, ладно, мы, наверное, посмотрим. У него что еще раз? Каждые 2 секунды. Может, просто пушка мы. Ладно, давайте этим мы уже будем заниматься в следующей серии. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Всем добра и удачи. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра.